Привіт, мої найгарніші! З вами улюблена передача «Леді Ленд» і ваша Ілона Майбродська. Мама – не лише перше слово, а й цілий світ для дитини в утробі та після неї. Сьогодні ми поговоримо про диво материнства, про неймовірну силу цього слова та чи можна все ж таки навчитись бути мамою або інстинкт мами є в кожній. Допоможе розібратись Олександра Дудус. Я Александра Дудус, мне 34, у меня двое детей, один муж, и я счастлива. Мама двох дітей. 3 роки тому почала глибинно вивчати материнство та розвивати цей напрямок у нашому місті. Автор трилогії курсів про здорове материнство. Мама під ключ для вагітних, курс по підготовці до зачаття, конструктор дитячого здоров'я, про формування життя дитини без хвороб і аптек. Сертифікований інструктор по підготовці до пологів, спеціаліст з психосоматики, нутриціолог, коуч, спеціаліст коригування способу життя та немедикаментозному лікуванню, блогер. Привіт! Привіт! Мені дуже цікаво дізнатися, в який момент твого життя ти вирішила, що можеш навчати материнство, як до тебе прийшло це відчуття? Оно пришло ко мне само по себе, я его не ждала, не звала, но пришло оно задолго до того, как я начала заниматься этой профессией. 7,5 лет назад я родила своего первого сыночка и самостоятельно готовилась к этим родам, потому что я была наполнена такими историями, которые отличаются от тех, которые слышат чаще всего, что роды — это боль, это страшно, это плохо. И я пришла к своим идеальным родам, которые вышли за рамки классического понимания рода. Они случились в роддоме с поддержкой доктора, но они были действительно волшебными. И потом я эти знания начала передавать просто своим подругам, и у них начало получаться так же. Но спустя еще 4 года, даже 5 лет, когда я забеременела во второй раз, мне попала информация о том, что бывают профессии, которые ведут мам к своим родам естественным, без страха, классным, кайфовым. И я поняла, что у меня ёкнуло в душе, и я хотела бы это транслировать в массы. Добре, тобто ти можеш дівчатам розказати, як отримувати задоволення від пологів? Да, і це теж. Я і сертифікований інструктор по підготовці к родам. Ну, у мене дуже широкий спектр моєї діяльності, але роди – це те, що було першим і продовжується до сих пор. І да, дійсно, роди можуть бути в удовольстві. Роди в удовольстві – це там, де немає страху. А страх – это от незнания, от каких-то навеянных историй, от непонимания, что происходит с твоим телом. И если правильно, систематизировано, с научной точки зрения, с точки зрения психосоматики, подойти к этому всему, мамы идут в роды с таким очень сердцем в принятии, и там, где нет страха, там роды происходят очень мягко и быстро, и рождаются здоровые детки. Это факт. Коли ж дитина народилася і ти стаєш мамою, до речі, ти пропагуєш бути мамою, ти про це розповідаєш, чи вважаєш ти себе ідеальною мамою? О, ні. Ідеальна мама для своїх дітей – да. Я дуже вірю в те, що ми не зря попадаємося друг другу. І мама ідеальна для свого дитини. Только в этом можно измерять идеальность мамы. Ребенок выбирает маму с ее особенностями характера, темперамента, потому что ребенку важно, чтобы именно эта мама дала ему те уроки жизни, еще какие-то процессы, которые происходят при взаимодействии с мамой. И он сможет прожить свою жизнь так, как ему необходимо. За той жизнью, за которой он пришел, легкая, сложная она, но она именно такая, как должна быть, и в этом мама для него идеальна. Тобто, коли підліток каже, ну чому ти, моя мама, не хтось інший, можна сказати, ти мене сам обрав. Да, і це да, буде правда. Да, я так вважаю. Клас, до речі, я запитала у чоловіків, а як ви вважаєте, якою має бути ідеальна мама? І от що мені
які прийшли відповіді. Мама ідеальна, якою б вона не була. Вона завжди говорить: «Я тебе люблю». Вона має бути дбайливою, тримати себе в курсі з приводу того, чим живе покоління її дитини, і адекватно його сприймати, захищати право дитини на гарантований вільний щоденний час. І в першу чергу любити і піклуватися про свою дитину. Як ти це можеш прокоментувати? Я считаю, ідеальне описання ідеальної мами. Я так понимаю, это разные мужчины так каждую фразу называли. Не зря они называли именно такую фразу, потому что это то, что они ценят в материнстве, то, что, возможно, им давала их мама. Или наоборот, то, чего им хотелось, но мама не додала. Поэтому здесь опять же возвращаемся к тому, что взаимодействие ребенок-мама никто не может более глубоко понять эту любовь и эту идеальность. И вот здесь прям об этом. А чи можна бути такою мамою, яка, як кажуть, додасть усе, от усе дасть, що необхідно дитині? Це можливо взагалі? Это возможно, но надо ли? Вы знаете, есть такое понятие, как эмоциональный интеллект ребенка. Ребенок, позитивные эмоции строятся на негативных. И часто, если детки живут в таких тепличных условиях, когда у них все хорошо, им родители полностью оберегают его от всех острых углов. Эмоциональный вакуум. Так. Да, у ребенка начинает придумываться история, чтобы пострадать. Он может придумать, что он не похож на родителей, его усыновили, или обижаться на какие-то мелочи и раздувать из этого очень большие трагедии, потому что это необходимо. Иначе он не сможет испытывать тот уровень счастья, который мог бы испытывать, если бы у него был развит эмоциональный интеллект. Тобто можна тільки пізнати, що таке добро, якщо ти знаєш, що таке є зло. Да, да. Зараз дуже такий цікавий є напрямок, коли дівчата довго не народжують або сумніваються взагалі, чи мати дітей. Чи надихаєш ти народжувати дівчат? Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, да, с тем, что транслирую своей профессией, своим блогом в Инстаграм. Я надеюсь, да, но ну, напрямую ко мне не обращались такие люди. Тобто ти не стикалася з такими ситуаціями, коли вони пишуть, наприклад, ой, мені здається, що мамою бути дуже важко, це не моє, я взагалі не знаю, як вони це вивозять, як ти це робиш, як ти це вивозиш взагалі? Як я вивожу? Я получаю удовольствие, я учусь об своїх дітей. Вот именно так формулирую, потому что я в своїх детках вижу своїх учителей, своїх проводників, вони кожен разный, они абсолютно не похожи друг на друга, и я прям отслеживаю, как они делают меня лучше. То есть они в каких-то ситуациях вызывают меня на какой-то выход из грани моих возможностей, и переходя через эти грани, не подавляя их характер, а работая над своим таким расширением, я понимаю, как шаг за шагом я иду к своим целям, я становлюсь счастливее, лучше. И поэтому для меня это не работа, это не труд, это удовольствие. Цю насолоду має пройти, має отримати кожна жінка, або не кожна має бути мамою? Я запитала в Інстаграм. Скажіть, чи кожна жінка має народити і стати мамою? Так от у нас є результати. 64 вважають, що так, а 36 вважають, що не кожна має бути мамою. Як ти вважаєш? Я считаю, что они имеют право так думать. Угу. И те, и те. И вообще я считаю, что приходить в материнство нужно только из состояния «я готова к этому». Я готова из изобилия, мне хочется этим делиться. Это нарушение закона в природе идти в материнство, потому что возраст, потому что я вышла замуж, потому что бабушки хотят стать бабушками. Только найдя всю полноту жизни внутри себя, человек может позвать к себе еще одного человека, с которым разделить свою любовь. Это я про мужчину, про мужа. Угу. Даже здесь надо искать не половинку, надо стать целым и позвать целое. И только из этой любви тогда рождаются детки, у которых тоже есть возможность быть целыми, счастливыми, и родители могут показать ему жизнь через краски, а не через какие-то травмы.
А, до речі, про те, що діти транслюють те, що робимо ми, і те, якими ми є. А, от якщо вже таке сталося, що є якісь наші негативні риси, і дитина це підхоплює, вже пізно щось робити, щось змінювати? Або можна якось працювати над собою, і скільки йде на часу на трансформацію цієї поведінки? Трансформація відбувається з родителем, і ребенок моментально підхватує ці змінення, навіть без об'яснень. Только так ребенок как берет с нас пример в одном, так возьмет пример и в другом. Если ребенок постарше, с ним можно проговорить. Детки, они очень умные, очень мудрые. И нам всегда кажется, что они там понимают, но когда с ними разговариваешь, делишься своим опытом, признаешь свои ошибки, они очень глубоко эти жизненные уроки принимают и таким образом мы показываем ребенку, что это нормально быть разным, это нормально ошибаться, менять свое мнение, что-то вообще в жизни трансформировать. И это прекрасно. Бути живым, а не бути такую ікону, на яку треба молитися. Да. А скажи, будь ласка, якби я тобі сказала, що я ще не є мама, і я дуже боюся. Що б ти мені сказала, щоб мене запевнити, що не обов'язково бути в комфорті лише child-free, а можна бути в комфорті, будучи мамою? Если бы ты мне так сказала, я бы задала тебе очень много вопросов. Потому что мои советы, они могут быть только из точки зрения моего понимания, о чем ты говоришь. Но я не знаю, что ты вкладываешь в это. И нужно было бы задать тебе много вопросов, чтобы понять, откуда у тебя такая картинка материнства. Ну, дивись, child-free, зазвичай, бояться втратити фігуру, втратити роботу, втратити свій якийсь вільний час, свою свободу просування. Це такі стандартні відмовки. Если бы человек захотел прийти в материнство, вот так, как ко мне приходят на курсы подготовки пар к зачатию, то есть люди готовы, но ребенок не приходит, и они готовы на изменения, они понимают, и когда человек открывает для себя, а вот здесь нужно что-то добавить в себя, а вот тут мне нужно какие-то вопросы в себе закрыть, и ребенок потом очень быстро приходит сам. Если это вопрос о том, что человек не хочет ребенка, то очень сложно найти слова, которые помогут ему поменять свое мнение. Это только из состояния насытиться этой жизнью сполна, столько, сколько нужно этому человеку, и тогда у него у самого возникнет желание с кем-то этим поделиться. И он найдет инструменты, которыми в себе убрать эти страхи. Все равно ответственность внутри человека. Звичайно. А як взагалі материнство змінює світогляд жінки? Як змінюється її життя? Ой, мне кажется, это вообще жизнь до и после. Это невозможно объяснить словами, потому что это только почувствовать можно. Те, кто мамы, они сразу понимают, о чем мы говорим. С ребенком все приумножается. С ребенком начинаешь смотреть на мир через его глаза, и мир становится ярче, прекрасней, какая-то появляется жизнь в моменте, желание становиться еще лучше, чтобы дать ребенку больше. Главное ребенком не закрывать какие-то свои такие дырочки. Так, то есть, да, не рожать ребенка для того, чтобы вот мне скучно жить, а будет ребенок, я не буду одинокой. Угу. Вот если возникает такая мысль, или она уже есть, когда есть ребенок, обязательно нужно эти вопросы закрывать в себе, потому что мы тогда ставим такие рамки, границы, садим ребеночка в клетку своих нужд. А ребенок, он прийшов цвісти і жити на повну грудь. До речі, яка місія мами в житті дитини? Що мама має дати дитині в першу чергу? Свободу. Свободу бути самим собою. Мама не должна его воспитать, мама не должна показать личным примером. Это все в какой-то степени складывает пазлик материнства, но, по моему мнению, самое главное – видеть в ребенке его особенную уникальность и просто обеспечивать его безопасностью, уходом и давать возможность этой личности расширяться, потому что мы не знаем, какие планы у нашей планеты на этого человечка. И просто давать ему быть собой. Просто. Вот это самое главное.
Це такий насичений процес. А коли дітей декілька, от як розподіляється ця увага, ця любов? Хто отримує найбільше, перший чи крайній? Так вона ж умножається. Коли мама рожає ще одного дитину, і, мабуть, у кожної мами, у якої один дитина, є такий страх, як я зможу любити ще кого-то так же сильно. А потім случається чудо. Рождається другий дитина, і мама на серце, оно становится в два раза изобильней любовью, и оно может расширяться и до нескончаемого количества детей. Чому діти деколи відчувають і кажуть, ти його любиш більше, чим мене? Ну, наверное, ребенку нужно какое-то особенное внимание от мамы, чтобы он чувствовал, что это внимание только для него. Ну, здесь тоже. Почему он так говорит? Что за этим стоит? Щось відбувається, щось іде не так, як треба. Ну, это не про сестричку и братика. Mm-hmm. Это про отношения мамы с ребенком. Або мамы с життям, наприклад. Да. За межами ресурсу, її просто не вистачає фізично, і дуже багато зливається її енергії. Конечно. А, до речі, про злив енергії. Мама реагує деколи досить різко на дії дитини. Я для тебе підготувала невеличкий бліц. Mm-hmm. Такий швидкий. А що робити, як реагувати мамі на такі випадки? Я кажу, що ти кажеш, що робити? Дуже-дуже швидко. У дитини істерика. Сісти рядом з нею і просто бути. Просто бути поруч. Просто бути поруч. Перебирає їжею. Або плюється навіть. Забрати їду, очистити стіл, і пусть прийде, коли буде готов покушати по правилам сім'ї. Клас. Не хоче спати. Ой, ну нужно перебирать методы, но не хочет спать, пусть не спит. Добре. Не хоче йти в садочок. Если это необходимо маме, то значит объяснять ребенку, почему так происходит. И что мама его любит и обязательно вернется. Класс. Розкидай речі. Значит, ребенок должен лишиться чего-то, пока он эти вещи не соберет. Мультиков, например. Ага, лається. Приходить з садочку і починається так. Мух. Об'яснить, що правила в сім'ї такі, якщо він хоче це робити, то значить не здесь, не со мною, не в цьому домі. Угу. Кусається. Ну, то же саме, що і ругається. Є правила? Со мною так не можна, да. Лічні границі мами. Б'є щось або когось. Нужно просто объяснять ребенку причинно-следственную связь. Если ты бьешь, у тебя не будет друзей, ты не получишь игрушки соседа и еще что-то, чтобы он сам принял решение, что ему это невыгодно. А дитина палить? О, ну здесь нужна поддержка от мамы, однозначная поддержка, и разобраться в том, зачем он это делает, что он получает от жизни, какое свое состояние какого-то там крутого парня. Что он шукает в этом? Да, что он закрывает этим, и помочь ему получить это не с помощью сигареты. Отримаю двійку. Ну, я та мама, с которой со мной никогда не учили уроки. И я своих детей всегда поддерживаю в учебе, ни в коем случае не являюсь тем критиком, который будет за двойку ругать. А що робити взагалі? Як поговорити на цю тему? На тему двійки одної, іншої, третьої, можливо, якщо от йде такий спад у навчанні? Якщо спад, то, ну, задать много. Я очень люблю разговаривать через вопросы со своими детьми. Задается вопрос, почему так? Почему он так делает? Может, так он привлекает внимание мамы к себе, потому что если у него пятерки, мама даже в спальню не заходит. А тут и папа, и мама все собрались и сидят рядом. И разобраться, зачем эти двойки ему, объяснить, что будет, если он будет так продолжать. Ну, хотя, честно, мы все знаем, двоечники бывают очень успешными людьми. Дуже успішними, звичайно. А наступний рівень материнства – це стати бабусею. Ти про це думала? О, ти хочеш це зробити швидше, побачити дітей, своїх дітей, або попізніше? Я об этом не думала, но подумай. Я готова. Добре, це класно. А чи можливо насолоджуватися материнством, не зважаючи на велику кількість відповідальності, турботи та проблем? Да, я тому примір. Да, это возможно, когда не делаешь, не пытаешься сделать из себя идеальную маму. Тогда все получается в удовольствии. И не сравниваешь себя ни с кем.
Клас. Я сподіваюся, що у нас буде шанс навчитися у тебе усьому від пологів до виховання дітей. І ми будемо так само отримувати задоволення від кожної миті під названням «Бути мамою». Дякую тобі за цю розмову. Сподіваємося побачитися з тобою іще. Поговоримо про дітей, попліткуємо, якісь секретики розкажеш. Обов'язково ще побачимося. Я з большою радістю. Отже, материнство – це важка і невпинна праця 24/7. Відповідальність за нове життя та унікальний досвід. Але крім цього, це щира та абсолютна любов. Цінуйте ваших мам та мам ваших дітей. І нехай життя кожної мами квітне щастям. З вами була улюблена передача «Леді Ленд» і ваша Ілона Майбродська. І пам'ятай, все, що було в «Леді Ленд», залишається між нами, дівчатами. Па-па!